10 лет подряд омбудсменом 33-го региона является Людмила Романова. Сегодня губернатор Александр Авдеев отметил, все это время уполномоченные и сотрудники аппарата делают все возможное для защиты прав жителей. Поступило свыше 37 тысяч обращений. Это говорит о доверии людей. Людям очень нужен адрес, индивидуальный подход к делу. И я это вижу на личной встрече, приемах граждан, при общении с жителями в социальных сетях. И искреннее внимание, доброе отношение, честность. Когда человек ошибается, поддержка в исправлении ситуации, все это наши земляки ищут и находят. Глава региона отметил, омбудсмен эффективно сотрудничает со всеми региональными и федеральными ведомствами. Это позволяет оперативно решать многие вопросы, с которыми обращаются граждане, повышают доверие жителей к власти. Такие проекты, как правовой поиск, когда мы всем руководством региона в буквальном смысле выезжаем в отдаленные сельские местности, проводим приемы граждан, решаем сложнейшие вопросы, помогаем жителям. Это на самом деле большое достижение. Не только мое, но и всех органов власти Владимирской области. Отдельное очень важное направление работы омбудсмена – помощь участникам СВО и членам их семей. Такие обращения на особом контроле, оказывается, всесторонняя помощь. Вопросов на самом деле очень много. Мы тесно взаимодействуем с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации по этим вопросам. И я благодарна Татьяне Николаевне за содействие. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова высоко оценила итог работы Людмилы Романовой за 10 лет. Людмила Валерьевна своим коллективом справляется, вот, поэтому думаю, что она будет на следующий срок представлена, вот, и избрана. Желаю этого, коллектив поздравляю. Дай Бог, чтобы получалась та работа, чтобы они были нужны людям. Самое главное – доброе сердце и внимание к людям. Кандидата на должность омбудсмена утверждают депутаты областного парламента. Спикер ЗАГС Собрания Ольга Хохлова отметила, за 10 лет правозащитная деятельность уполномоченного вышла на достойный уровень. И нам с вами приходится быть и юристами, и гуманистами одновременно. Поэтому считаю логичным и справедливым, что в устав Владимирской области и областной закон о заседаниях собрания было внесено дополнение, по которому уполномоченные по правам человека получили право законодательной инициативы. По предложению Людмилы Романовой был принят областной закон о бесплатной юридической помощи с 10 до 15 тысяч рублей, увеличены компенсации на топливо сельским медикам и фармацевтам. Доклад о работе омбудсмена за 10 лет займет не один том, но главное – это оценка работы жителями региона и общественниками. Вы знаете, удовольствие работать от того, что человек не говорит, почему это нельзя, а говорит, а давайте подумаем, как мы это будем делать. И действительно, у нас получаются общие дела, получаются общие интересные проекты. Омбудсмен руководствуется не только действующим законодательством, но и голосом совести и справедливости. Эти слова из присяги уполномоченного по правам человека во Владимирской области отражают главную миссию правозащитников. Ирина Начарова и Дмитрий Шаталов.